друзья, но нам еще надо разобраться со вторым пунктом, и вы все-таки явно не совсем поняли, почему омега-Ж и альфа-Ж устроены одинаково с вероятностной точки зрения, поэтому я сейчас это произнесу. Итак, у нас есть второй пункт, и мы хотим посчитать или оценить вероятность того, что омега-Ж меньше, чем вот это самое К. К – это то же самое число, корень кубический из N – целая часть. Согласны? Да. То есть давайте введем случайную величину x, которая на графе вычисляет количество каплик в нем. Количество каплик в этом графе. Опять, давайте в терминах вот такой случайной величины x перепишем наше событие. Извините, да? А может все-таки лучше обозначить это не x, а y? А, хотите другое обозначение? Да, я ничего против не... Давайте обозначим y, чтобы не путаться с тем x, который был. Но суть в том, что с вероятностной точки зрения y и x одно и то же. Поэтому я как-то радостно ее обозначил x. Ну хорошо, давайте y как же теперь, чтобы не путать действительно с той величиной, которая была для случая независимых множеств, через y как же обозначим количество каплик в случайном графе. Ну и как в терминах y выразить вот это событие, b, омега g меньше, чем k? Что? Ну что значит, что омега g меньше, чем k? Это значит, что в графе нету каплик, правда же? А что? Если омега g меньше, чем k, значит, есть ли в графе каплики? Нет, конечно. Если бы были, то омега g больше не равнялась к. То есть это то же самое, что y g равняется нулю. Это вероятность того, что y от g равняется нулю. Опять переписываем как единица минус вероятность того, что y от g больше либо равен единице. Опять применяем неравенство Маркова. Нужно вычислить... То есть получаем, что это больше либо равно 1 минус математическое ожидание y. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, чему равняется математическое ожидание y? Ну, это количество каплик. Ну, совершенно такая же задача, как количество независимых множеств размера k. Должны, по идее, сразу сказать. Делить на k и умноженное на второе делить с k формулы. Правильно, потому что образоваться клинке и образоваться независимому множеству то же самое. Это то же самое, да, вероятность одна и та же. У нас ребро и присутствует в графе с вероятностью 1/2, и отсутствует в графе с вероятностью 1/2. Поэтому вероятность та же самая, ну а дальше все. Ну все, мы получили, что это равняется 1 минус c из n по k на 1/2 в степени c из k по 2, и мы только что эту величину оценили чем-то очень близким к единице. Только что. У нас было то же самое k, то же самое n. Да. При этом там больше, чем 10 в 24 степени, это крайне-крайне близко к единице. Было? Да. Ну вот, собственно, и все. Я показал, что оценка n поделить на альфа лучше, чем оценка n. Такое вот замечательное завершение сегодня. Мне кажется, что вот это место можно считать очень естественной точкой для завершения курса. Он получился большой, разнообразный. И вот здесь мы как раз снова еще раз применили неравенство Маркова, поняли, как оно работает. Поэтому можно считать, что вся вероятностная технология, которую мы изучали, очень хорошо проиллюстрировано оказалось различными комбинаторными задачами. Но, в принципе, та задача, про которую я сейчас собираюсь сказать, она тоже иллюстрирует, конечно, всякие вероятностные методы.